Ариару народ в мировом мире, и после небольшого перерыва мы продолжаем играть в Римочку. Спиди у нас занимается фермами. Ферм тут завались, поэтому ему заниматься придется долго. И я думаю, он справится с этим. Но в приоритете у нас должна быть постройка стены. Стен, точнее. Вот этих вот. И нужно, чтобы Пиола занималась этим. То есть у нас поспел наш урожай, и занимаемся фермой. Я так делаю много ресурсов, потому что нам понадобятся они, как ни крути, для того, чтобы зимой, если настанет зима, я точно в этом не уверен, но вроде как, если читать, то зима должна настать. И зимой нам не приходилось сосать палец и убивать наших бедных животных. А выращенные деревья замечательно мы изучили. Дальше нам нужно будет, пожалуй, ковку пусть изучает. А то, что мы изучили, как выращивать деревья, это хорошо. А все, он докопал, это очень замечательно. И теперь нужно будет увеличить область этого склада. Пельмень сейчас в первую очередь занимается тем, что облагораживает себе жилище. Это немножко эгоистично, но я ему больше других работ не назначил. Пельмень должен у нас жить в комфорте и уюте, потому что он больше всех, на мой взгляд, помогает по базе. Собрать не удалось, тем временем Спиди нас качает навык растениеводства и качает очень быстро. Наступает холода, температура за окном опускается до 2 градусов. О чем я и говорил. Наступает осень, и посевы могут накрыться медным тазом. То есть нужно заниматься уже целенаправленно этими посевами, потому что эти могут не успеть вырасти. Хотя они должны замерзать, да, при минус градусах, пока можно будет разметить области. Для дальнейшего копания, то есть, тут нет. То есть, раз-два, 5 на 5. И тут аналогично 5 на 5. Тут мы отменяем. И тут мы назначаем копать. А у тебя стоит приоритет шахтерства. Строитель ты, пельмешка. Строитель. Потому что нужно обустроить сначала базу. А, да, я чуть не забыл. Производство, что, парного, наверное, швейная машина. Нам нужно 2 компонента, и компоненты, пожалуй, пойти надо выкопать. Потому что швейная машинка нам пригодится. Хотя, пойдемте, думаю, сначала столом портного. А в смысле неподходящий? Что, у тебя штраф такой же? Неподходящая температура, господи. А, поставим здесь... А, мы не поставим обогреватель, ну ладно. Задание, добавить задание. Пуховик. Без разницы с чего. И Пиола, ты можешь это делать? Да. Займись, пожалуйста, этим. Если ты сможешь это сделать, будет замечательно. А тем временем нам нужно пойти и выкопать уже целенаправленно наши компонентики. Вот я нашел компоненты. Копать. Пельмень у нас в первую очередь теперь... Шахтер. Надеюсь, ты додумаешься пойти. Пойдешь? Ну да, покушать это святое. Покушай. Теперь копать? Копать, конечно же, копать. Потому что компоненты нам нужны. Так, не-не-не, ты меня не понял. Ты захватишь сейчас с собой и пойдешь приносить. И это будет разумным решением с твоей стороны. А, ты сшила? Молодец. Где пуховик этот наш? Ты его, надеюсь, на себя надела? Пуховик и шкурный сорога нормально. И все замечательно. Какая ты умница у нас. По температуре нам нужно сделать тут обогреватель. Потому что тут говорится неподходящая температура. И я сомневаюсь, что это есть на самом деле. Ты поработай над проектом. В принципе, а шкаф с инструментов что стоит у нас? 200 железа. Я его построить могу. Вот таким вот образом, и он будет распространяться, пельмень. Займите, у нас железо пока дофига, и это очень хорошо. А Пиолу мы назначим все-таки пока не насильником, а
ремесленником. Потому что гранит нам нужен. То есть вот это вот все гранитное тоже перенести надо по-хорошему на базу, на место хранения. Чтобы пиола могла это нормально перерабатывать. А сколько у нас гранита тем временем? Да, замечательно. И можно вот эту стену строить. Если что, я смогу здесь без проблем пробуриться. Думаю, с этим проблем не возникнет. Эта стена поможет от пожаров всяких. И здесь вот я думаю сделать какой-нибудь киллбокс, как раз выходящий на реку. Тут тем более и есть паровой гейзер, который поможет питать турели. Вот этот можно собрать. Даже нужно собрать, потому что лекарств, говорят, мало. Пока у нас строят, я, пожалуй, займусь разметкой нашего киллбокса. Думаю, если я сделаю его прямо вот в эту стену, думаю, будет нормально. То есть по границе нашей реки, то есть вот сюда он будет выходить, то есть отсюда будут заходить наши гости. Даже. Я знаю, как его сделать, пусть они будут заходить вот здесь, вот, то есть если таким образом будут заходить, я здесь строить. А, здесь я строить не могу. Я могу здесь строить, я здесь могу построить мост. То есть вот таким образом построить мост, то есть вот здесь у нас будет сам киллбокс. Вот здесь вот я нажму отмену. И стену из гранита нужно будет здесь построить, таким образом. То есть они будут у нас... Сейчас посмотрим, как это будет. Угу, вот так, каким образом. Даже вот здесь мост надо будет построить. Вот так вот было. И даже вот здесь мост. То есть они будут заходить у нас. Вот так вот. И идти по воде. Что и в воде, по-моему, они стрелять не могут. Это будет их замедлять, а мы сможем по ним стрелять. Думаю, пока вот так вот, и это мы пока запретим строить. Потому что целенаправленно нам нужно построить сначала стену. А вот еще дофига компонентов. Почему ты раньше не пошел их копать? Хороший вопрос, да? Те компоненты не перенес, это не перенес, пиола. Хоть ты помоги этому сердобольному. То есть, такого дистанции нам хватит, а у пиолы... Виола, револьвер. Можно еще даже построить больше киллбокс. Пока этого делать не буду. Пока. То есть и вдоль реки нам придется строить укрепление. То есть таким вот образом. Стеночкой загораживаться. То есть я думаю здесь вот сделать такое вот укрепление. Сюда допустим какой-нибудь выход. Потому что использовать естественно настил это очень хорошо. Ковка, мы завершили ее, это замечательно, это очень замечательно. Не знаю даже. Механика, нам все равно ее изучать. И по-хорошему бы изучить длинные доспехи, чтобы дать нашему спиди меч и сказать ему, иди сражайся, потому что он не умеет стрелять, я думаю, и учить у него особо рвения нет, поэтому какой-никакой ножик хотя бы ему нужно будет сделать. Смотрим по состоянию комнаты. Красота 1.1. Просто без всего, просто красота 1.1.1. То есть без цветочка, без всего. А ты закончил на стену? Замечательно. Теперь я предлагаю тебе хотя бы... Вот эту вот часть разрешаю. Дублировать. То есть они пройти не смогут, а мы сможем. То есть... Углы я пока строить не буду, пока это в этом особой необходимости нет. Надо будет построить углы, я построю, пока нет. Пока вот таким вот образом нужно будет построить тебе в ближайшее время. Вперед, Примешкас, успевай. Я понимаю то, что нашим клонистам нужно развлечение, еда и все такое, но... Нет, еда у нас есть, еда даже в достатке, ее даже слишком много, мне кажется. Тем не менее, нам нужно сначала построить линию обороны, чтобы защищаться. Потому что если придет рейд побольше, чем один колонист, который с дробовиком был, то, возможно, мы не сможем отбиться и будет плохо. Стой, я смогу тебе сказать сюда встать? Да, ты сможешь. А стрелять отсюда? Да, ты сможешь. Но твое движение здесь замедлено, насколько я понимаю. Скорость движения, да, 30%. 87%. Ну да, их передвижение будет здесь замедлено. Что будет идти нам на руку. А спиди тебе делать нечего? Да ладно. Хорошо, тогда я тебе новую область поставлю.
из посадок. Где-то даже можно чуть побольше, 20, вот так вот. И тут будут расти у нас дубы, пусть растут. Еще одну область под посадки я сделаю. У нас будет расти сено, трава. То есть я хочу это сделать область для животных в дальнейшем. Спиди, также ты, надеюсь, будешь дружить с животными. Дождик, насильщик, ученый. Животновод, вот. На единичку тебя поставлю, на двоечку тебя поставлю. Приоритет. И иди дружи с нашими оленями. То есть раз олень приручить, два олень приручить. То есть у нас есть один олень, и чем больше оленей будет, тем лучше. То есть вот эти вот осколочки тоже разбить надо. То, что есть вероятность, то, что там находятся у нас компоненты. И думаю, с пельменей с этим будет. Я вот думаю, я даже себе, мне кажется, большую слишком территорию для начала отбацал. Но если дальше пойдет такое же, в таком же темпе развития, то этой территории может оказаться мало, на самом деле. Ага, я вот вижу брешь в нашей защите. Хотя это не брешь. Это же река течет, и я сомневаюсь, что отсюда кто-нибудь пойдет по этой стороне, и кто-нибудь нам может накостылять. А, лекарство, понятно. А что у тебя случилось? Завидует пельмень. Почему ты завидуешь пельмень? Тебе нужно построить будет комнату. Но после того, как мы сделаем укрепрайон наш. По-другому я не могу тебе ничего сделать, потому что укрепрайон в приоритете у нас. Если хочешь, вперед можешь сам себе выкопать место. О чем я и говорил. Налет, перейти к месту. У нас один беглый с ножичком. Он не представляет опасности, но на всякий случай перестраховаться нужно. Пельмень. Срочно сделай эту стену. Ричан. И Пиола. Стойте здесь пока. Мы будем его ждать с этой стороны. Хаски прибавилось. Это нехорошо. Так, Пиола. Давай, вставай сюда. Пиола, бегай. Так, мы его убили. Мертв, да, мертв. Ладно, плохо. Спиди, бери нож. А его придется унести, но тем не менее, мы справились с налетом. Это был простенький налет. Если бы мы его не убили, то было бы лучше. То есть у нас не одна хаски, а несколько. Охренеть. То есть целое племя хаски к нам присоединилось. Да ладно. Неплохо. Питомцы. Все живут в домашней области. Потому что нежелательно, чтобы кто-то выходил из нее. Даже, я сказал бы, в первой области. Трупельные у вас есть, хаски будут ей питаться. И будем учить их приносить. Если один будут жаловаться, что они голодают, то я просто сделаю им доступ в эту комнату. И будут они питаться простыми блюдами, так же, как обычные люди. Как я говорил, компоненты из них могут выпадать. И выпадают даже они в больших количествах. Так, не стоит что-то перенести. Разрушить, разрушить, а перенести забыл. Как так-то? Так, ты завершил стену? Более-менее, да. Это хорошо. Чтобы у нас не ворчал больше этот чувак, мы с шахтерства у тебя на единичку, это хорошо. И, пожалуй, начни долбить вот эту вот стену. А, в принципе, художник хороший, значит, ты можешь делать скульптуру. То есть нужно поставить мастерскую скульптора, и пусть он клепает скульптуру, если у нас ему делать ничего. Одну сделай большую. Нет, лучше не надо пока. Сделай 4 малые скульптуры. Художник на двоечку. Все нормально. Так, нет, стоять. Стоять, 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 стоять. Детали. Дерево ты можешь использовать, каменные блоки. Так, сталь ты не можешь использовать. И используй только мрамор. Так, гранита нам пока хватит. Сейчас нам нужен мрамор для того, чтобы клепать и делать скульптуру. Сейчас он сделает нам первую скульптуру из стали, потому что он у нас особенный мальчик и по-другому не умеет. А также нам нужно будет в скором времени перенести сюда. Переставить, точнее, сюда. Кровать. Нашу всем любимую кровать. Да, мы завершили их механику.
Это очень хорошо. Я не знаю, стоит ли изучать это, но основы микроэлектроники изучать нужно. В смысле, здесь заниматься нечем, гулять? Давай работай. Арбайтен, арбайтен. Что, теперь ты жалуешь, что у тебя завидуют пельмени? Ты все равно завидуешь, хотя у вас почти одинаковая комната. Крыса 08, минус 1-1. А, ну почти, да. Пельмени, ты сможешь убраться? Нет, нет, нет. Убраться. Вот убрать землю. Убрать щебень. Щебень, убрать землю. Уберите тут, пожалуйста. Спасибо. И что у нас теперь? 1-1. Все, по-прежнему завидуешь? По-прежнему завидуешь. Хотя у вас комната практически одинаковая. За исключением того, что пельмени полуровные, а у тебя не особо. Но ты продолжаешь пельмени завидовать. Ты продолжаешь делать одну и ту же скульптуру? Спиди, ты очень долго это делаешь. У нас подходящая температура для растений. А, вон она чё. Давай, давай, занимайся. Только желательно, давай ты это будешь делать после того, как закончишь скульптуру, окей? Осталось 15 единиц, по сути это нет ничего. И какая у нас культура? Плохо. Класс. Разбери. Ты продолжаешь завидовать? Отвратительное место, в смысле? Теперь. Неприятное место, минус 5. Окей, сон на холоде. В смысле на холоде? 15 градусов внутри. Заморозки, заморозки, это плохо. Какая скульптура? Качество нормально, но не шедевр, конечно, но все равно. Так, ты понимаешь, что ты этим заниматься не можешь, то есть постоянно. Ты можешь не заниматься этим, если не хочешь. Тебя никто не заставляет там и все такое. Да, я понимаю, что сейчас все будет погибать от холода, поэтому я и запас столько еды. Голодание животных. Хаски голодают, но я думаю. Животным пока разрешить всю домашнюю область, пусть они, если что, залазят сюда к нам на склад и едят. И пока у нас переостановится по ходу работа, потому что нужно будет делать очень много обычных блюд. Потому что без обычных блюд у нас и животные погибнут. Я не хочу, чтобы они ели пустое мясо, потому что это, во-первых, расходует больше. А во-вторых, это просто непрактично. Пельмени, ты чем-то занимаешься, да? Это важно. Это важно. Я тебе также вот этот вот проект разрешаю. Потому что их надо строить. Как ни крути, их надо строить. Пиола, я понимаю твое рвение работать, но, пожалуй, тебе ремеслом заниматься пока не надо. Занимайся тем, для чего ты была рождена. Мальчик, принеси, подай, иди нахуй, Денишон. Раз, скульптура нормально, два, скульптура нормально. Привлекает 135, привлекает 68. Он улучшает свой скилл, пока работает. Это меня радует. Пожалуй, даже я вот это вот могу разобрать, а вот этот я могу даже установить вот здесь вот. И тут должна нормализоваться температура. Затмение еще, класс. То есть сейчас, так понимаю, снег выпадет, да? Да, снег там. У нас сколько? 12 градусов. Это хорошо. И думаю, возможно, нам даже не хватит всех этих запасов, если рассчитывать на всех животных. Поэтому, в случае чего, нам придется, наверное, зарезать хаски. Обучу их на переноску. В принципе, всего и всему я их научу. И одного самца, похоже, я зарежу. Это необходимо сделать. Пусть это делает пельмени, не спиди. Перенеси. Я не хочу, чтобы его съели или что-нибудь такое, или раздел. Тут не будут лежать трупы. Ребят, чтобы вы понимали, я не хотел этого делать. Я не хотел этого делать, но пришлось. Иначе бы у нас просто закончилась еда.